Наконец-то этот день настал, ребят. День настал, прими гастал. Можно делать розыгрыш красной, синей и зеленой карты. Красиво. День настал, прими гастал. Чё, ребята? Вы когда-нибудь видели, чтобы стример разыграл красную, зеленую, синюю карту одновременно? Это я такой стример, ребята, я разыграю. Я ее себе не оставлю, я ее разыграю. Я не буду ее продавать, хотя... Вообще, теоретически, я могу ее продать. И на эти деньги накупить вам розыгрышей. Так, наверное, будет круче. Не прошло и полгода. Че, если по факту говорит, то прошло, конечно. Да, справа стрельба идет. Проверяем болики на нас. Там точно есть враги, поэтому сейчас будем джимбениться. Бля. То есть я захожу в одно место, а ты смотришь в другое. Хорошо? Да, есть чел. Помогай, третий этаж. Умничка, убил. умничка. Я очень плохо выстрелил, но он меня не убивал. Так, теперь отойди чуть назад и смотри спину с лестницы, откуда мы пришли. Твоя Грена? Нет. Значит, еще один есть чел. Я вышел. Ты убежал обратно? Я около лестницы. Все, стой там на винте, чтобы мы друг друга с тобой не убили. Смотри свою спину. Я тебе не дам пройти здесь челу. Тебе, понял? Да, отсюда. Ну, если я дам, то я тебе дам инфу про него. Сейчас я что-нибудь придумаю. Давай, я сейчас, наверное, на винт пройду. На винт. Тебе. Где ты сейчас? Вот. Я отсюда. А ты к лестнице подойди ближе, чтобы иметь в виду, я тебе даю инфу, а ты уже будешь закрывать, если что, вдруг. К лестнице подойди, там, где труп лежит. Слушай, мне кажется, он на крыше, брат. Эти гранаты летят. Нет, он не на крыше. Все, я понял, где он. Он в дальнем коридоре. То есть винт и справа. Поднимайся ко мне на третий этаж спокойно по лестнице, там нет никого. И он, короче, справа, понял, там где стекла, там где... Вот он справа. Может гранат туда кинуть ему? Я только не... Он где-то слева в комнате. Не, не надо ничего кидать, я сейчас сам. Все, минус, все в порядке. Теперь прикрой меня, вот обратно на винт вернись, стой там и слушай внимательно. Так, этого лутай, который здесь лежит, смотри, что на нем есть. Кто убил, всю инфу мне дай. Я прикрываю. Твоя задача слушать только спину. То есть, если шаги сзади. Да, у нас есть с той стороны чел, я пойду на первый этаж. И пробегу к нему, понял? Угу. С той стороны, на третьем этаже враг. Если у тебя есть прицел, можешь с ним постреляться, он с прицелом. Я к нему в ближний бой пошел, а ты в дальний, понял? Не задерживаемся тут, что-то какое-то хуёвое место. Выходи на него, агри его. Выходи на третий этаж. Ага, умничка. Валяй там. Все, он сдох, братан. Охрененно сыграли, красава, брат. Норм? Не попал по тебе? Не-не. Ты его отвлек, он смотрел на тебя, я вышел, убил его. Изи, брат, изи. Это тактика, галактика, ребят, это она. Учитесь. Кто-то бегает. Где именно? Мне не нужна информация. Кто-то бегает, а где именно?
по-моему, или на втором, или поднимается, где мы шли. Точно не могу сказать. Я к тебе бегу с первого этажа. Не буду ничего проверять, лутать бы. Бот. Убил бота. Может быть, бот это? Ну, по дереву, если ходил, то может. Так, не, навряд ли. Бегу к тебе через первый этаж. Слышал, где бегает? Первый этаж, второй, третий, где? Ты на втором, на третьем? Ты на третьем, да, сейчас? Я на третьем, контролю подъем, да. Все, хорошо. Снаружи слышишь? По тебе стрельба? Нет, нет. А по кому он тогда стреляет? Это где-то с улицы, мне кажется. Так бот на улице по кому-то стреляет? По кому он стреляет? Сейчас по мне стрелял. Так, у меня есть кто-то. Где? На винте. У тебя, да? Бегу к тебе. Граната не моя. Ты на третьем, правильно? Инфу мне дай скинуть. Да, стреляюсь. Стреляюсь с челом, он поднялся по винту. Я за тебя. Убил его. Ты живой? Да, да. В админке чел. На втором этаже. Помогай, я в говно. В админке второй этаж, бегу, справа. Бегу. Поднимаешься, если подниматься, то слева. Я живой. Его надо добить, если я не добил, он в дерьмище тоже. Просто беги, поднимайся на второй налево. Сразу же. И добивай его. Что, я в дерьмище. Но я его накалил хорошо. У него пилигрим, если что. Все, иду к тебе. Я. Я тут двери позакрывал. Я зайду. Может, отсюда. Гранат? Не, подожди. Давай гранату я кину. Да вроде лежит, брат, вроде лежит. Подожди, не торопись. Лежит. Закрой вот эту дверь и прикрой меня оттуда снаружи. Ага. Все. Че, я полтаю? Походу это этот, дикий. Не, 12 левел. Арафатка. Я там на входе из вас. Хера, он нормально меня, слушай, выбил мне две руки и две ноги, прикинь.